нормально делать. Чего? А, не очень. Вот это еще. Un deuxième truc pour faire Saint-Georges à l'intérieur, c'est marrant. Un deuxième truc, ça veut dire quoi? Bon, j'ai le centre des armes. Ouais. Monsieur, vous tout. Bien sûr, monsieur. По-моему, нужно с песней, что ли. Ножик интересно. Че? Пружины нет? Угу. Ну, зато цена. Давай посмотрим просто. Давай. Тихо, не торопись. Да, он очень. Ага, точилка. Вилка и ножик, да? Ну-ка, переверни. Измазано кислотой. Это гравировка новодел. 2008. Четырехствольная. Угу. И стоит она 5500. Как чугунные. Вот. А это как? Центробойный, нет? Я не пойму, что за это. Нет? Я в централе. Système Nagan. А он наш был Наган. Кто еще? Система Наган. Thank you. C'est normal. Ouais.
Si on partit à Chalon, vous avez 4 jours, moi je suis pas con. 1500. Je vais dans une certaine quantité d'objets. 73 или 75. Donc, aider, fois, 1500. Голланд 2300. Бригетты морской якобы с якорем 1600, простой, надпись на обухе 580, кираса 1500. Игорь, давай, ну-ка, начнем, что здесь. Никер, 95, французский, не пойми, что они. Что здесь еще? Нету ничего. Пряжки, перечницы, 950. Патрончики. Никер. Гора. 1600. Ну а что, нормально. Что это такое? Смит 680. Как Лифаше. Лифаше 580. Второй 790. Третий 1300. Четвертый возле картины 1200. 1600 ружье какого-то генерала. Шашка наша, что тут? Ятаган. 320, 260, 700. Синьки. И наша шашка 900. Смотрели? Ничего интересного. Вау! Кавказ! Только что-то там в этот болгаркой делали нахуй, да? Не-не-не, но... Нормально? Кривой только. Да? Думаешь? И этот, не-не-не-не, нормально. Такие вот с подвесом в районе 300-400. Кортик мне спрашивали, югославский 400. Болгарина я не спрашивал.
униформа, техники, что-то не пойму. Этот америкос, француз на первую, по-моему. Эти англичане. Вон того француза-то посмотреть бы. Чё, а? Как он говорил, 40... Интересно. 44-й. 44-й, редкий, экспериментальный. Надо взять, да, пока сколько, есть. Сколько денег стоит? 400, но, возможно, чуть-чуть поторговать. Скинуть до 200. С ножными взять, нет? Какими ножными? Нет, они не били с ножными. Ножни могу отдать gratis. Это первая война, австрияки их работали. А это для Николая Шателоро сделал 120 тысяч. Мосинов и Байонет. Я понимаю. Но это редко. Я единый, который имел. Поляки купили 10, а мы купили 47. Тебя... Все, что осталось. Думать будем. Не надо думать. Я там в прошлом году продал там... 15 сразу за 400. А, там этих питерских перекупщиков русских, много, да, перекупщик, так что... Да. Гении все восстали. Потом этом из Литвы. Так а там переже сейчас вроде недавно было, нет? Да, было неделю назад было там. Ездили? Нет, мой зет был. Я ленивый. А, далеко и, ехать? Да, самолетом нет. А самолетом едет? Нет, он с микроавтобусом. Там у нас есть дом в Финляндии и перевезли много материала туда. Там запас есть. А проблема таможня в Финляндии? Нет, абсолютно нет. И у Эстонии были запрещены, такие сегодня свободны. А Норвегия, Швеция? Норвегия надо, если есть кто, надо таможить. Обычно никого нету. Я был в прошлом году в Швеции, вообще никого не видел. А в Норвегии тоже. Там был пост, но... На мосту? На мосту, да. Никого не видел. И наверху, когда я ездил из Финляндии в эти фьорд, тоже, ну, все свободно. Но лучше не играться. Да, проблемы никому не нужны. Да, нет. Если придешь с нашим регистрацией из Словении, с финской нет вопросов.